Всем привет, с вами ТевПро, и сегодня покажу вам шейдер Cube Daggers для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот у меня загрузился мир. Как видите, здесь у нас глаза сразу бросает солнце, которое нам изменили. Также изменилась сильно водичка, она стала прозрачной. Да, и также у нас появились волны. Они не больно сильные и не больно слабые. Их довольно просто заметить. Также у нас появились тени. Также очень сильно заметно, что у нас движутся листва. Вот наши тени. Они стали прикольными довольно. Ну, мы отправимся дальше. Это у нас биом акации, или как он там называется, я не помню. Так, ну я хочу показать вам свет, который испускает лава. Или, допустим, свечка. Вот, как видите, настолько яркая лава. Ну, это не больно прикольно. Конечно, выглядит довольно забавно, но лучше это уменьшить. Тот же самый свет будет и от свечки, да. Поэтому лучше уменьшить яркость. Также есть баг. Ну, это, конечно, первая версия переноса на новую версию. Вот, смотрите, у нас шевелятся двери. Это прикольно, забавно, да? Это как листва. Ну, это скоро все исправит, надеюсь. Вот у нас также будет шевелиться и трава. Вот, как видите, она сразу начала шевелиться. Все очень прикольно придумано, задумано, проделано. Конечно, еще осталось сделать туман, да? Наверное, многие мечтают о тумане. Но я не знаю, может быть, туман появляется во время дождя. Вот еще раз я вам доказываю, вот такие тени. Довольно плавные, довольно красивые. Стоит тростник. Ну и водичка. Водичка, конечно, просто супер. Я не знаю, водичка очень красивая. И очень красивые тени, которые спускают деревья. Также они постарались сделать тень игрока, которая стала более объемной. Ну и скоро, наверное, ее смогут сделать прямо реальной. Они уже смогли ее вытянуть, но, к сожалению, она не подходит по солнцу. Если мы повернемся так, и так, то тень будет стоять на одном месте. А это довольно забавно, но все же не продумано. Поэтому все будет дорабатываться. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.